Здорово, Капа! Привет, Санек! Доброе утро, наши большие маленькие телезрители! Вот закаркало-то как, ну, давай, в стиле блюз прямо. Ну давай. Чего давай? Порадуешь меня чем-нибудь. Порадую, конечно, Тимофей Григорович к нам. Все-таки придет. Конечно. Ну это классно. Я тебе обещала, что он придет, значит он придет. Конечно, конечно. И рассказывает о том, что на гитаре играет не только руками, но и ногами. Не, ногами нельзя играть. Да играю. Да нельзя играть. На электрогитаре играю. Вот убедишься. Давай сначала загадку. Ладно, а потом ладно, сейчас я быстренько. Давай. Внимание, загадка. Белые горошки на зеленой ножке. Все? Ну белые белые горошки на зеленой ножке. Друзья, вот присылайте правильный ответ. Узнали, что это такое? Пожалуйста, ждем ответов. Ну вот он, а вот это мы узнаем, да. Привет. Здравствуй, Тимофей. Ну и что, давай сразу к музыке, а потом докажем Капе, что можно играть на электрогитаре еще и ногами. Поехали. Ну, действительно, ногами. Расскажи, пожалуйста, как это называется? Я знаю, что это, музыканты называют это просто примочки. Наверное, как-то по-другому, профессионально как-то называют. Ну, называется вообще это полностью педалборд, но педалборд собирают из примочек. То есть, например, вот это не примочка, это контроллер, который соединен со всеми остальными примочками. Так. И переключает разные режимы. То, так. То есть, например, на втором пресете, так. Это так называется режим, так. Я играю соло. Ну-ка. Вот. Так. На первом режиме, который я не включал еще сегодня, я играю рифы. Так, на третьем? Третий пресет это чистый. На нем я играю чисто аккордики. Ага. А остальные, вот это вот педаль, вот это что? Например, вот эта вот фиолетовая педалька, вау-вау, называется. Вау-вау? Да. Смешное название, но, в принципе, звук она дает и такой вау-вау. То есть, просто играю без нее. А с ней играю вот так. Класс! Супер! Вот ну, слушайте, это большое искусство. Это, то есть, это уж точно. Координация должна быть и в пальцах, и в ногах. Да уж. Спасибо тебе, Тимофей. Пока-пока! Пока-пока!